От совсем юных звездочек до именитых музыкантов. В России стартовал музыкальный проект Дениса Мацуева «Диалог поколений». А первый концерт фестиваля прошел в Ульяновске. Вместе с музыкантами Ульяновского симфонического оркестра гости исполнили произведения мирового концертного репертуара. Для меломанов прозвучали произведения Пуччини, Верди, Рахманинова и Мендельсона. Этот проект показывает действительно всю силу нашей новой русской исполнительской школы. Мы очень рады, что мы начали именно с вас. У нас будет большой-большой тур в течение этого года. Будет больше 20 городов. Мне очень приятно вновь встретиться на этой сцене с замечательным оркестром и маэстро Фабио Мастранджело. Это замечательные музыканты, потому что с ними очень легко творить, быть соучастником процесса. Вместе с Мацуевым выступили солистка Мариинского театра Мария Баянкина, сопрано, выдающийся кларнетист Игорь Федоров, а также ученики ведущих музыкальных школ страны, пианист Петр Акулов и скрипач Елисей Косолапов. В программе фестиваля не только вечерние выступления, но и дневные концерты для воспитанников местных школ искусств. С Денисом Мацуевым встретился и губернатор Алексей Русских. Он вручил музыканту памятный подарок и поблагодарил за внимание к региону. Анна Тищенко, Улправда ТВ.